Всем привет! Сегодня мы рисуем Angry Birds. Это будет наша злобная красная птичка. Ну, как и по мне, она очень милая, хоть и злобная. Чтобы сократить время, я лучше это циркулем круг нарисую. Ну и приступаем. Сначала что мы нарисуем? Нарисуем гребешок этой птички. Вот так. Все. Очень легко. Гребешок готов. Теперь рисуем ее хвостик. Вот так мы рисуем хвостик. Вот таких три практически прямоугольничка. Вот так. И вот третий. Теперь к чему мы приступаем? Мы нарисуем клювик нашего Angry Birds. Можно вот эту вот границу уже стереть. Вот так. Гребешок. Как мы рисуем клювик? Вот немножечко вниз и в сторону отходим. Начинаем с того, что мы рисуем прямоугольник. Вторая сторона этого прямоугольника будет длиннее. Вот так. Ну и снизу рисуем еще один прямоугольник, но этот будет поменьше. Вот так он будет идти в нашей злобной птичке. Будет наш злобный клювик. Злобной птичке злобный клювик. А теперь что мы делаем? Мы нарисуем брови. Ну, конечно, у злобной птички должны быть злобные брови. Как они этой птичке идут? Галочкой. Вот просто рисуете вот такую галочку. И это есть знаменитые злобные брови Angry Birds. Итак, птица модная, брови у нее жирные. Птица наша очень модная. Брови-то широкие. А теперь мы приступаем к тому, что мы рисуем глаза. Как нам известно, глаза – зеркало души. Ясно, что этот глазик будет поменьше. Этот глазик у нас будет побольше. Вот прям вот такой злобный большой глазик. У нашей злобной птички. Злобной, но симпатичной птички. Ну и злобные зрачки. Этот будет в центре. И немножечко побольше. Этот будет в эту сторону.
немножечко поменьше. Ну и теперь нужно прорисовать ее пузико. Вот такая. Через клювик идет. Прорисовываем. Что я могу сказать? Вы молодцы. Наша злобная птичка уже готова. Ну и теперь мое любимое — контуринг. Ну и что мы делаем теперь? Мы прорисовываем нашу птичку. Мы ее вот так прорисовываем. Делаем то, что я не люблю. Наводим контур круга. Ладно, еще не сейчас. Не настало его время. Вот так. Сначала хвостик. Там полегче будет. Вот так мы его зарисовываем. Что мы еще делаем? Давайте мы попробуем наши бровки. Вот так. Дорогие мои, давайте вы будете мне делать заказы, что мне рисовать. Я буду исполнять ваши желания. Ненавижу рисовать круги. Давайте зарисуем брови. Ну и приступим к самому тяжелому занятию для меня. Круги, которые есть везде. Рука трясется, моя рука. Не люблю рисовать круги. Потому что хочется, чтобы он получился ровным, красивым. Господи, когда это кончится? Ну вот, круг практически идеальный. Ну вот, практически. Просто перфект. Вот, можно вот немножечко поправить, но немножечко тоньшим фломастером, который исправит мои косяки ненавистные. Вот так. Ну и еще один полукруг. Мы его можем сделать тоньше. Вот так. Ведем. И вот так. Ну и наше любимое дело. Что мы делаем? Правильно, мы приступаем к зарисовыванию. Какого цвета клювик у Angry Birds? Конечно, желтый. Вот готов наш злобный клювик. Приступаем теперь к злобному гребешку. Сегодня мы рисуем алую птичку. Рисовываем ее красным цветом.
Вот так, не спеша, не торопясь. Аккуратно. Границы поставлены, наши птички. Вот. И продолжаем я зарисовывать. И продолжаем. Раскрашиваем. Аккуратненько возле глаз и клюва. Вот так. Не спеша, не спеша, не спеша, не спеша. Все раскрашиваем, раскрашиваем. Здесь самое тяжелое – это процесс раскрашивания. Ну вот, мы практически закончили с красным цветом. Ну, а пузико у этой птички серое. Ну и чтобы было больше контраста, мы проведем здесь толстым маркером. Аккуратненько, как всегда. А еще мы немножечко зарисуем все-таки все серым карандашиком.
Вот так, вот так, вот так. Вот так. И здесь немножечко подведем. Наша симпатичная, злобная птичка готова.